Всем привет, всем. С вами снова я, Абзал. Сегодня у нас 7 декабря, понедельник. Сегодня в КХЛ 4 игры. Прогноз накидал. Слава Тюлаев сегодня встречается с Металлургом. Я такой вот прогноз мой. Дубля не будет. Нефтехимик, Кунлунь индивидуально, тотал 1,5 и больше. СКА встречается с Динамо Ригой. СКА победа в основное время. Спартак встречается с Йокеритом. Йокерит индивидуально тотал 2 больше. По поводу вчерашних игр. Вчера у нас только подвел Авангард. Да, Авангард вчера подвел. Одного гола не хватило. А так бы прошло бы. Ладно, всем желаю удачи. Всем пока. Завтра. Кстати, у меня пока что отменили. Вечером у нас вылет. Ладно, всем удачи, всем пока.